собака называется «Поймали с поличным». У собачки авитаминоз. Вот они пришли сюда на площадку собачью. А я уже как-то ее показывала. Но вот обратите внимание, что сегодня, ну, мы как бы давненько не были. И здесь вот эта трава была желтая. Ну, это после зимнего периода. И вот сейчас все повыросло так быстро. Уже такие зеленые длинные кустики. Ну, вот собачки тут бегают. Много мячиков валяется. Вот, много сидушек таких. Но если ваша собачка сходила в туалет, вот там вдали, вот там вот под той крышей у нас такие мешочки, обязательно нужно взять, убрать и в мусорник сложить. Здесь ни одной, извините меня, какашки не увидишь вообще. Вот настолько все чисто, аккуратно. Здесь следят за этой территорией. И вот большой-большой плюс, буквально около каждого дерева. Мы вот видим такие темноватенькие пятнышки. Да? Вот. Это говорит о том, что вот здесь поливалочки есть. Вот. Красные такие форсуночки. Вот через них выливается, и вот такое дерево, оно постоянно под поливом. То есть здесь как бы даже небольшая тень есть около каждого дерева. Там он вообще огромные кустики. Вот. Ну, еще один ролик я хотела, конечно, показать. То есть вот за этой изгородью там большой-большой стадион для данного района. И тоже так же вот желтая трава уже как бы исчезает полностью, а прорезается такая зеленая-зеленая травка. Вот. Здесь большой стадион, здесь можно играть американский футбол и просто футбол. Линяют, бегают. И там есть и волейбольные площадки, и баскетбольные площадки есть. Вот. И площадки, где можно припарковать машину, если вы подъезжаете с детьми. Вот там вдали вот такой симпатичный детский парк. Ну вот мы будем мимо проезжать, сейчас уже как бы много, я все время хочу зайти на тот парк и показать его отдельно, настолько там продуманы детские всякие площадочки по возрастам. То есть нагрузка, физическая нагрузка по возрастам. Вот. Ну вот это Лас-Вегас, это окраина. Вот мы приехали сюда, нам нравится очень эта площадка. Мы выгуливаем здесь собачек. Это Хендерсон. Мы приезжаем себе в машине. Вот. Постоянно выгуливаем собачек. Вот они сейчас убежали. А еще большой плюс, я уже как-то говорила, рассказывала. Вот эти вот столбики, да, это как такие вот батареи. Вот такие батареи. Аккумуляторы. И в вечернее время эта площадка освещаемая полностью. Вот здесь такие столики, можно сидеть, отдыхать, когда ваши собачки гуляют. Ну вот, очень оригинально, на лужаечке, им очень нравится травка. Ну вот, мальчик быстренько пользуется моментом и поглощает эту травку. Ему не хватает витаминов. Вот так, дорогие мои друзья, все устроено. Все буквально не только для жизни людей. Я уже обращаю внимание, что в Америке все буквально для животных. До нюансов, до тонкостей. Все продумано. И там, кстати, вот дальше еще там поилочка такая есть. Вот, если прямо так смотреть, мусорные пакетики у них на столбике. И входные калиточки такие. И с левой стороны вот поилочка. То есть там есть поилочка и для людей верхняя, и внизу с таким чашей такой наполняете, и животное может попить. Кстати, насчет поилочек для животных, это вообще настолько в Америке все продумано. То есть даже около магазина стоят поилочки, там для кошечек, там для собачек. И вот ваше животное, вы приехали и вдруг захотели попить, пожалуйста, наливают в чашечку водичку. И немного корма даже лежит. Вот. Ну вот он очень-очень активно кушает траву. Прямо выбирает что-то и вот конкретно прямо берет. Она ему очень по вкусу понравилась. Вот. Итак, дорогие мои друзья, вот мы сегодня, это раннее утро, можно сказать, вот мы сюда приехали. Нам очень нравится здесь. Еще большой, огромный вот такой момент.
вот эта вот каменная изгородь такая, да, бетонная такая, стабильная, а за ней идет трасса скоростная. И, конечно, здесь защищены эти площадки от, будем говорить, от различных выхлопов. Машины на разном горючем. Так что вот так. И сейчас апрель месяц, середина апреля, и очень много цветущих деревьев. Здесь такая обильная пора цветения. Будем там еще идти в одном месте, около детской площадки. И я постараюсь сделать съемку именно культур, интересных культур, которые произрастают в пустыне. Но полив делается стабильно, постоянно. Ну что, нравится? Нравится. Нравится им очень гулять здесь. Они любят эту площадку. Даже в вечернее время можно приехать и отлично.